Массовое распространение экстремистских материалов пресекла прокуратура Октябрьского района. Сведения о размещении у 5 пользователей на страничке ВКонтакте запрещенных видеозаписей поступили от правоохранительных органов. Обнаруженные материалы, между тем, находились в федеральном списке экстремистских. Доступ к страницам ограничен не был. Смотреть и скачивать мог кто угодно. В отношении 5 лиц прокуратуры Октябрьского района были возбуждены дела об административном правонарушении. Фигуранты получили штраф от 1000 до 3000 рублей. По фактам выявленных нарушений прокуратуры района в отношении 5 лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 20.29 Кодекса административных правонарушений, а именно распространение экстремистских материалов. Кроме того, в отношении 2 лиц возбуждены дела по части 1 статьи 20.3 Кодекса административных правонарушений за пропаганду нацистской символики. Октябрьским районным судом города Иваново данные лица признаны виновными в совершении указанных административных правонарушений, по результатам чего им назначено наказание в виде штрафа.